Всем привет! Сегодня мы идем в очередной поход до Святого озера. В одном из видео, самых первых в моих с Антоном Францевичем и с Геннадием, я упоминал про это место, и Антон Францевич рассказывал небольшую историю о нем. Сегодня мы решили туда сходить, к этому озеру, и посмотреть, как оно выглядит и что там вообще рядом есть интересное. Добрались мы до деревни Селище, за деревней Стрелками оно находится. Оставили машину, потому что всю неделю шли дожди, дорога здесь очень плохая, дальше только пешком. Но сегодня нам с погодой повезло, как видите, светит солнце, тепло. Сейчас идем до бывшей деревни Микулино. Она в 70-х годах еще существовала, но сейчас там ничего нет. И затем уже будем двигаться от этой деревни, от бывшей деревни, через лес, скорее всего. Ну, может, какая-то старая дорога там есть. Сегодня будут, как обычно, красивые кадры природы. Возможно, разведем костер, посидим, перекусим, отдохнем. Обязательно вам все покажу. Ну и, конечно же, интересные истории, которые будут сегодня, все это вы услышите. Всем приятного просмотра. Добрались мы до места, где раньше была деревня Микулино. В довоенное время здесь дома располагались рядом друг с другом, а в послевоенное они уже были разбросаны по всей деревне. Сейчас я нахожусь в самом центре бывшей деревни, стою на дороге, а за моей спиной были расположены дома и проходила улица. Но сейчас, как видите, ничего уже не осталось. Это место могут узнать только те, кто или были здесь, или кто-то кому-то рассказывал, что здесь была деревня. Но так не знающий человек даже на него не обратит внимания. С этой стороны за моей спиной тоже располагались дома. Ну а мы сейчас двигаемся по дороге дальше и скоро будем сворачивать в лес, чтобы попасть на Святое озеро. Уши не кусачий. Прошли мы несколько километров по лесу, оказалось озеро не слишком далеко, вот оно вдалеке уже виднеется. Скоро к нему подойдем. Хорошую погоду, ну или если бы не было дождей, до этого озера можно доехать и на машине. Пришли мы к озеру Святое. Здесь находится бетонная плита. Раньше здесь находилась беседка у самого озера. Озеро не очень большое.
нескольких сторон оно заболочено. Не подойдешь к нему. Но с этой стороны, где мы пришли, подходы есть. Возле самого озера расположена такая туристическая стоянка, хорошая. Беседка, место для костра. Есть дрова. Можно приехать и отдохнуть в хорошее время года и погоду. Своей протискай. Знаешь, как нефть, мне много чего надо. Санкции, много чего надо. Да много, а мне что мало, я много. Собираемся немного перекусить на природе, перед тем, как двигаться обратно. На Верхней Двинщине с рассони с усходу подыходят великие лясы. Коля этих лясов тулилася вёска Мікуліна. Яна дажыла, перажыла вайну і вядомая больш па сваіх партызанскіх справах. Але водгукі пра яе ідуць з самай даўняй сівой даўніны. У Мікуліні жылі добрыя людзі, верылі ў Бога і вырашылі сярод лесу на паляне пабудаваць прыгожую цэркаўку. Яны так і зрабілі. Церква настолькі была заманліва прыгожай, што ёй усе любаваліся і ехалі здалёк. Кажуць, што праз не так даўно нават на тым месцы знаходзілі срэбныя і залатыя манеты і крыжыкі. Так вось, аднойчы у Мікуліне апынуўся вандроўнік. Яму паказалі, дзе можна памаліцца Богу. Прыйшоўшы ў лес і ўбачыўшы гэту цэркаўку, ён сказаў: «Такая прыгажосць павінна застацца на вякі». Зранку людзі прачнуліся у вёсцы, вандроўніка няма. Пайшлі яны туды, дзе ён маліўся Богу, і церкаўкі няма. Там, дзе была паляна, там апынулася сіняе-сіняе возера. Яго назвалі святым. Прайшлі стагоддзі. На месцы, дзе была церкаўка, зараз дасюль плешчацца хвалі невялікага, але вельмі прыгожага, круглявага святога возера. На дне яго зараз ужо не тое, што было і 10 гадоў таму. Зараз тут многа людзей, яны пратапталі нейкі на дне сцежкі. А так усе дзівіліся, дно возера, хоця пясчанае, але нібыта каменнае. І хто далей заплываў і даваў нырца, нешта было вострае попадалася пад
под ноги. Казали, что это верховинки былых крыжов с куполов. Ну как тебе не, это я думаю, не. Это в озеро после ледовикового походження. Але досюль оно наповнено таємницями. Коли ми пойдемо берегами, ми ще розкажемо про їх. А святое озеро у нас не одно. І у туристів є мара, є такий проєкт пройтися маршрутом по святих озерах. Ближайше від нашого святого озера є Полоцьке. І воно недалеко від дороги з Дьорновичів на Церковище. Але все ж саме пригоже, утульне, літом веселе, зимою романтичне, а зараз просто ось таке. Це наше святое озеро. Посидели мы, передохнули, перекусили в очень красивом месте на берегу озера Святое. Сейчас будем двигаться дальше и обойдем это озеро по кругу. Оно не очень большое. И Антон Францевич расскажет вам еще несколько интересных историй, связанных с этими местами. Здесь началась небольшая лесная гряда. В свое время здесь были партизанские блиндажи, находились. Сейчас мы доберемся до тех мест, где они еще будут видны. Я обязательно тогда покажу. Вот уже подходим. О, блиндажи партизанские. Ну, один блин, второй блиндаж, видишь, вот. Ага. О, яма, вот. О, блиндажи партизанские. А, ну вот они уже. Можно их отличить от всей местности. Вот один. Рядом второй там. Ну, а здесь орудовали бобры уже. Такие деревья они валят. Очень красивая здесь местность. Берег озера. Много поваленных деревьев, которые погрызли бобры. Лежат на берегу. И вот такой вид из этого места открывается на озеро. Говорят, что в этом озере практически никакая рыба не водится, кроме щуки. И то она небольшая здесь попадается. Посередине идет гряда, слева озеро находится, а справа начинается болото, труднопроходимое.
и в годы войны здесь находились партизаны. Вот еще один бывший блиндаж на самом берегу озера. Очень много здесь бывших землянок, блиндажей в одном месте, штук 10, даже больше находится. Выбрались на лесную дорогу. Сейчас будет еще одна. Вокруг холмистая, гористая местность здесь. Очень красивая. Впереди очень большой склон такой. На камеру его не видно. Но на самом деле он очень высокий. Интересный. Антон Францевич по дороге идет, собирает грибы. Уже набрал вам пол пакета. Слушай, конечно, вот так не только гриб. Ну а это уже очередная лесная дорога. Тут было, стояли партизаны долго, и к ним убегали люди. А так попадали под лавины карательных экспедиций, то и было много и погибших, и они тут, получилось целое братское кладбище. Вот кого удалось, или кто родные нашли свои имена, те здесь записаны. Как сказал Антон Францевич, это кладбище, где похоронены и мирные жители, и партизаны. Здесь находятся те, кто проживал в деревне Микулино. Ну а мы перешли на противоположный берег озера. Мы находились вот здесь. Там вон беседка видна. Обошли вокруг озера, но оно не очень большое. И пришли уже сюда, к кладбищу. Решили мы немного срезать обратный путь, свернули на бывшую дорогу, которая была здесь очень давно, по ней ездили и машины, и люди ходили, но сейчас ей никто не пользуется, потому что рядом есть другая, но здесь мы должны сократить значительный участок пути. Пути встретили гадюку. Небольшая она, но гадюку кучи не забыл. На дороге лежит. Бедненькая. Молоденькая. Молоденькая, так не кусай, видишь? Ноль, подожди, не кусается, видишь? Она ж накапливает яд, чтобы людей лечить. А люди... Видишь, да, не кусается гадюка, видел? Да, не укусила гадюка. Вот, ползет она. Наш край – это земля,
через якую одна за одной прокочувалися войны. И люд тому был боярский, он дорог свою землю. Але, як и зараз, были люди добрые и недобрые. Вот у Миколине жили добрые люди, а помеж Абрамовым и селищем была колись вёска, у якой люди были недобрые. Одночи про эту вёску ехал на коне вояр-стрелец. И он зморанный прошел заночевать, было уже поздно. Ему удалось допроситься в одну из хат, дали ему попить водицы, а замест лежанки пропоновали только лавку, голую лавку, коли дверей. Заснул столок, не давши коню поесть, бо сказали, нечем коня подкормить, овса нема. Заснул и хутко прочнулся. И он почул голос: «Уставай, тебе тут нема чого робить». И он поглядел, ничего не убачил, знову заснул. Знову его разбудил голос. Третьим разом, и он уже не змыкал в очи, и думал, я дочекаюся. И коли знов почул: «Уставай, тебе нема чого тут робить», он глянул, а над ним висел анёлок. Схопился вояр, выскочил, оседлал своего коня и только оглядел 70 по 7 конских скачков, как сзаду загрукотало, загремело, заблескотали маланки, и там, где была вёска, отрывался провал. И хлынули туда черные воды. Астролог кинулся наперед, оглянулся, а за ним гонится змей горучий. И он выстрелил раз, выстрелил два, на третий раз уротовался. Конь погнал, и долетел он аж до Двины, а змей за ним сзаду. И только коли он переплыл эту раку, тогда змей отстал от его. Там, где была вёска, зараз разлилося Стралковское озеро. Это озеро с вельми багнистым дном, такое, что на им дозволяется ловить рыбу круглый год, бо ще ровно она зимой затхнется под льдом. А еще оно ведомо тем, что в Беларуси оно после Освейска самое богатое на сапропели. Это такие илдонные, вельми каштовных якостей для медицины, для сельской господарки. Тут были специальные, были такие машины, как драги, которые добывали эти сапропель. Правда, не знайшли они покуль что попыту, и зараз эта вытворчесть заглохла. А вот назва озера и ближней вёски, Стралки, Стралковская, засталися. А ручаинка, якая чаче з яго, называется Вужинец. А упадая Вужинец у речку Вужицу, якая упадая у Дзвіну. Ось такая легенда, дасюль живе у гэтым крае. Приезжайте у Стралки. Там вдалеке находится Стрелковское озеро. Вот оно виднеется, вода. Мы к нему подъезжать уже не будем. Ну, координаты с этим местом я оставлю в описании под видео. Если у вас будет желание, обязательно приезжайте туда и посмотрите все сами. Обошли мы Святое озеро по кругу. На самом деле очень быстро, потому что оно небольшое. Я координаты с этим местом оставлю в описании под видео. Если вы захотите сюда приехать, обязательно приезжайте. Место очень красивое, сам я был здесь в первый раз, и оно мне очень понравилось. Надеюсь, вам оно понравится тоже. Двигаемся мы уже в обратном направлении, к машине. Тот маршрут, который хотели сегодня пройти, мы преодолели, посмотрели все, что хотели. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся в новых походах. Всем пока!